Всем привет из Алании. 20 января мы находимся в Канаклы, в самом центре возле башенки. И я вам сейчас расскажу, какая сегодня погода у нас в Алании. Сегодня от 15 до 17 со знаком плюс. По разным районам такая температура воздуха у нас. Солнечно, дождя не предвидится. Очень классно. Канаклы обожаю. Привет всем, кто здесь отдыхал. И воды температура в среднем 18,5 сегодня. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Вот замечательные виды. Красивейшая мечеть Канаклы. Привет всем из Алании январской.